Йоу-йоу, привет, пацаны! Сегодня у нас, ребята, новинка на моем канале Wreckfest. Игрушка, которая вот вышла буквально пару недель назад, но все у меня никак не доходили, ребят, руки попробовать, что же это за зверь. Вообще, по отзывам в Стиме, очень хвалят эту игру, она на русском языке, и это не может не радовать, потому что, ребят, бездорожье, разные тачки, а здесь, кстати, можно крушить, и, говорят, здесь очень круто проработанные соперники, боты, то есть они могут тебя подрезать на дороге и все такое. Ну, в общем, сейчас мы с вами будем пробовать, что здесь у нас в карьере находится. Я уже так немножко покатался, поднастроил свой руль, поэтому давайте немножко, так знаете, пробежимся. Так, что здесь у нас есть, ребят? Здесь у нас есть мои машины, магазин, то есть в магазине мы можем себе прикупить какую-то машину, когда мы достигаем, когда мы копим во время там свободного заезда или в режиме карьеры накапливаем, так сказать, виртуальные кредиты, мы можем себе прикупить какую-то машину. Впоследствии мы ее можем дальше прокачать. Здесь разные ведра есть. Ну, здесь, в принципе, так и называют гонки на ведрах, потому что машины, ну, как бы такие, знаете, словно их взяли где-то с какой-то свалки, сказали, давайте мы их еще доубиваем, а потом уже можете их утилизировать. Вот, поэтому машины здесь достаточно неплохие, разных моделей они есть. Кстати, здесь вроде бы, если я не ошибаюсь, поддерживаются моды, и это тоже очень круто, особенно те, кто играет в City Car Driving, Assetto Corsa, ну, то есть это игры, которые поддерживают моды, где можно загружать и кататься на них. Здесь вроде бы тоже такая штука есть. Я особо не разбирался, поэтому я не покупал эту игруху, я ее скачал бесплатно, поэтому, ну, денег у меня практически не хватает, потому что, ну, если кому не жалко, может, конечно, мне задонатить, я куплю эту машинку, куплю эту игру и сможем с вами гонять в мультиплеере иногда. Ну, это если кому там просто, кто обожает именно такие машины. Ой, вообще красота. Короче, здесь машины такие, знаете, из лихих 90-х в основном. И это очень классно. В общем, можно покрасить машину, можно улучшить машину. Здесь также есть, то есть ты можешь свапнуть двигло, воздушный фильтр. Ну, короче, прокачать, улучшить технические характеристики своего автомобиля, поведение автомобиля. В общем, я считаю, это очень клево. Я особо, так знаете, сильно не разбирался, но то, что есть, меня уже радует. И, кстати, графончик у меня выкручен практически все на ультра. И, ребята, игруха реально тащит. Тащит даже на ультра. И графон настолько крутой, что даже современные какие-то игры, которые выходили даже в этом году, и рядом не стоят. В общем, ребят, игруха, я доволен. И сейчас я вам покажу, что здесь вообще у нас по карьере. Ну, сеть, понятное дело, что у меня она не работает, поэтому мы ее трогать не будем. Вот, вот, кстати, ребят, моды. Моды, они здесь поддерживаются, и это очень классно. Так, ну что, ребят, поехали. Давайте попробуем карьеру, потому что я карьеру еще не начинал. Мне даже интересно, как она здесь построена. Вообще, собственно, что я хочу сказать. Здесь, ребята, кольцевые гонки. Вот давайте зайдем сюда. Посмотрим, сколько здесь трасс. Здесь трасс, вроде бы, если я не ошибаюсь, где-то около 30 или до 30. Короче, ребят, 23 трассы, если я не ошибаюсь. Но этого вполне достаточно. Возможно, модами там еще что-то могут добавить. Не только автомобили, но и трассы. Думаю, должна быть такая поддержка. Так, и чемпионаты. Ух ты, а ну-ка, стоп. Карьера, World Masters, Pro International. Че, так, вот эти вот у нас все закрыты. То есть мы по очереди их будем открывать. То есть нам нужно завершить сразу региональный Junior Championship. Так сказать, регионального уровня. Давайте его выбирать. И здесь что нам предлагают? Значит, так, Demolition Racing серия. Короче, здесь все у нас открыто. У нас только три вот эти вот чемпионата. Это у нас на газонокосилках, да, тут гонки. Вот, кстати, а давайте попробуем. Мне вот просто аж даже интересно. Так, день старта, начать испытания, ну давайте, значит, что тут у нас? Firefield, Cross Arena, 100% дрифт, размер арены 6,5 километров, в общем, на вот таких вот газонокосилках будем гонять. Еще ни разу, ребят, не гонял на газонокосилках, но вот просто аж даже интересно, как оно здесь будет выглядеть. Кстати, ребят, если зайдет, если вы хорошо поддержите лайками это видео,
Если будет больше 50 лайков, то, возможно, мы даже будем, так сказать, усиленно проходить здесь карьеру. Думаю, и вам интересно, и мне интересно будет. Так, ну что, давайте, арена разрушения, Enter Start. Нажимаем Enter Start. Так, а куда мне ехать, я сейчас не могу понять. Мы должны крушить тут всех, всех гонщиков. Нам уничтожить нужно. Давай. Ну, конечно, занятие это не для слабонервных, я бы так. О, есть одного, одно. Так, давай. Вот этого. Одного уничтожили. А, у нас время, нам нужно. Давай. Так, есть оно, этого тоже. Давай, вот этого. Давай, вот этого сможем перекинуть? Да, бэйби. Вот это вот, конечно, красота. Так. А ну иди сюда. Газелина. Блин, никогда не гонял на газонокосилках. У-ху! Давай, иди сюда, братан. Так, троих пока что мы уничтожили. Давай, не получилось. А ну, переворачивайся. О, есть еще одного. Четыре уже. Так, живучий. Мой трактор, мини-трактор. Ну давай, 30 секунд, надо выжить. Выживаем в онлайне. Давай, ох. Ну. Чё-то никак не удается нам. Ага, фигушки, хотел меня бомбануть, не получилось у тебя. Так, 2 секунды. Завершено. 4. Разбито соперников 5. Вы разбиты 4. Итак, я на втором месте. Это очень неплохо. Так, продолжить. Так. И что тут у нас? Сколько нам? Ранг игрока 18 тысяч. Это что такое? Открыто. Короче, какие-то ништяки нам открылись. И что, продолжение дальше на газонокосилках? Я хочу теперь другие машинки попробовать. Давайте вот попробуем теперь Demolition Racing Series. Я думаю, тоже вполне себе неплохо. Здесь уже машинки такие, типа маслкары. А я маслкары, кстати, ребята, люблю очень сильно. Поэтому, думаю, должно быть неплохо. Вообще, знаете, игруха мне понравилась. Я вчера залипал в нее целый вечер и, ну, я доволен был. Доволен именно управлением на руле. Ребят, вот на геймпаде, наверное, не так клево будет здесь ощущаться весь вот этот вот драйв, но на руле это просто, ребята, это нечто. Очень круто, прям вот, знаете, чувствуется, как играет подвеска. Соперники здесь тоже, вроде бы ты стартуешь, они вроде бы сразу нормально стараются держать дистанцию, но потом уже со временем они начинают немного борзеть и начинают тебя подрезать и все такое в этом духе. Так, я практически предпоследний, да? Ну давай! Управление безумно мне нравится. Прям вот, знаете, я из последних современных игр ничего подобного не видел. Прям вот физика управления очень крутая. Ух ты, я на втором месте. Прям вот играет хорошо машинка на асфальте. Как вот
все вот эти вот кочечки, все это прям вот с трамплина подлетаешь, как машина приземляется, и все это ощущается на руле. Блин, ребят, ощущения просто мега очень крутые. Так, держу я вторую позицию, друзья. И давай, 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 давай. Надо было пошире мне заходить, потому что смотрю, а рядышком возле меня здесь оно контакты здесь возможны. Мы, кстати, мы можем подрезать нашего соперника. Давай. Эх, все нажимаю, знаете, на кнопочку А, думаю, что у меня нитро есть. Но мы что, гоняем на ведрах. Давай. Кажется, я так подрезать. И, кстати, есть вот силуэт, видите, машины. Опа. Видите, подрезали его. Силуэт, где, в принципе, отображается цветом повреждения нашего кузова автомобиля. Что тоже безумно клево. А ну-ка, подрежем. Пошел нафиг. Он может нас тоже начинать атаковать. Так, и это у нас, ребята, третий кружок. Ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай-давай-давай. Ох, 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 бау. Жесть. Да, здесь, кстати, ребят, тоже можно так. Нажмите кнопку для сброса, любую. Кнопку R. Ну все, ребят, мы слили. Были первыми, стали 13-ми. И это уже третий финальный круг. Победитель Дед Петер. Но все равно, ребят, ощущение просто очень клевое. Хотя, знаете, я не любитель особо разбивать машины. Я по натуре вообще такой человек аккуратный. Ну и как бы для меня немножко, знаете, я так болезненно воспринимаю разные гонки, где нужно крушить, разбивать машины и так далее. Но, тем не менее, в своем жанре, ребят, я считаю, что это лучшая игрушка. Те, которые вообще любят крушить, ну, типа флэт-аута, да, вот в жанре флэт-аут, я считаю, это лучшая на данный момент игра, именно, где можно крушить, разбивать машины, где очень детальная система повреждения автомобиля. Здесь не просто, знаете, какие-то визуальные повреждения машины, нет, здесь также это все влияет на подвеску и все такое. В общем, я считаю, это безумно клево. Так, ребят, ну проедем, давайте еще одну гоночку. И, в принципе, завершим на этом нашу серию. Кстати, здесь тоже повторы есть неплохие. Ну, сейчас мы проедем гоночку. И уже потом посмотрим повторчик, какие здесь ракурсы камеры есть. И все такое в этом духе. Ну, а вы можете отписать в комментариях, как вы больше считаете, игрушка достойна наше внимание, стоит ли ее проходить. Ну и не забудьте поставить лайк, и что впервые подписаться. Потому что у нас канал в основном такой, знаете, про бездорожье, про хардкор, не какие-то там, знаете, кольцевые гонки на асфальте скучные, а именно драйв, где чувствуется действительно драйв. Так, ну здесь я хоть стартую не последнее, с 10 места уже неплохо. Какие-то вот катафалки здесь такие есть, ну, ох, ну, почти катафалки. Давай. Стекла трескаются, вот даже ты, если контактируешь с машиной соперника, то повреждения, блин, микрофон, ребята, он настолько здесь отпадный, прям вот класс. Адекватно реагирует машина. Вот хотелось бы вот такого вот управления в других гонках. Да, ребят, это, ребят, не какой-то там автосимулятор, это аркадные гонки, но тем не менее, блин, вот не ожидал, что настолько качественно будет эта игрушка. Кстати, она в открытом бета-тесте была с 2014 или с 2015 года, я уже точно уже не помню. Но, ох,
Так, сколько? Я уже два круга проехал. Нам бы обогнать вот этого, конечно. Машина у меня не прокачанная, стоковая, а у ботов, наверное, уже все-таки. Ох, же ж и тяжело. Хотелось бы, конечно, здесь, в этой игре, ребят, гонять на механике, но у меня нет Т-образной коробки передач. Она стоит просто бешеных денег. У меня просто реально не хватает на это. Не хватает на это денег. О, давай, давай, я практически его уже нагнал. Эх. Пошел вон. Где он? Я могу в бок смотреть? Могу, да. О, это классно. Ух, первое место. Неужели? Не может такого быть. Эвент 2 из 4. А, так подождите, у нас 4 эвента. Может, мы даже давайте и попробуем проехать все 4 эвента. Вот просто мне интересно, как оно после завершения определенного эвента, что у нас там, открываются какие-то детали или еще что-то. Давайте уже завершим его и потом уже будем завершать это видео. Блин, классно. Классно. Игруха вот просто дарит массу эмоций. Не зря она была в открытом бета-тесте. Видимо, разработчики прислушивались к пожеланиям игроков и делали то, что они хотят. Это классно. Вот почему другие разработчики данный метод бета-теста игнорят. Кстати, игруха сейчас стоит 1500 рублей или около того. Но когда она была в бета-тесте, ее можно было взять за 800 рублей. Так, здесь мы уже на асфальтном спецучастке, хотя не, оно смешанное. Блин, насколько же ощущение здесь офигенное. Давай, давай, давай. И что интересно, я вот сейчас, ребят, еду, здесь нет карты поворотов, я трассу эту не знаю, ну... То, что я там вначале там посмотрел, какая конфигурация, но я не запомню все повороты, которые здесь есть. Блин, офигенно, ребята. Просто вот море эмоций. Класс. Третья позиция у меня. Видно, что, знаете, вот в поворотах теряются обороты у автомобиля. Вот классно, ребят. Очень круто. И звук приятен автомобиля. Прям вот, знаете, такой ласкает мои ушки. Не могу нарадоваться этой игрой. Будет на нее... Большая скидка, хотя бы в половину, я ее обязательно прикуплю. Ну а по этой цене пока что я, ребят, ну не в состоянии потянуть. Да и новые игры, на них тоже нужно откладывать. Откладывать денежку, ну давай, сможем ли мы подрезать его? О! Красавело! На каком я, на втором месте? О, я, бэби. Пошел вон. Так, есть, ребята, первая позиция у нас. Это у нас третий финальный круг. Ну, давай, давай, где у нас финиш? О, я, бэби. Фух. Ребят, очень крутая игруха, советую поиграть, даже у кого денег нету, есть для этого, ну вы знаете, какие источники, качайте, пробуйте, уверен, у вас будет просто масса эмоций, игруха просто обалденная, я еще на нее тогда, знаете, ребят, присматривался, когда мой коллега Максим Туркин начал обозревать там разные обновления, когда она еще была, вот, ну, в
общем, в открытом раннем доступе, когда она еще наполнялась контентом, когда еще не было русского языка. В общем, ну, классно, ребят. Классно, вот без Б, как говорится. Прям вот, вот не ожидал. Так, это у нас гоночный день 3 из 4. Последний у нас остается, и на этом будем с вами завершать это видео. Но эмоции классные. Классные и все. Просто... Вот действительно, это, ребята, годнота. Годнота... Гоночная годнота. Рекорды класса С. Понятно, это у нас автомобили класса С. Гонки на ведрах. Сэндстоун на рейсвей. Укороченный маршрут. Но вот загрузки, конечно, хотелось бы, чтобы здесь загрузка была гораздо быстрее. Все-таки здесь они немножко не оптимизировали. Хотя, кто его знает. Но мне нравится то, что здесь поддержка модов есть. Это очень круто. Стартуем с 10 места. Последний. Особо не будем, так знаете, контактировать с нашими соперниками, потому что я уверен, они могут нас подрезать, а нам не нужно повреждать нашу тачку особо сильно. Хоть мы и ездим на металлоломе, но, ребята, беречь тачку нужно, потому что это все влияет на управление и на все такое. Блин, ну пацаны, ну просто зацените графон, насколько здесь все круто сделано. Я круче игры именно в таком вот исполнении, ребят, вот не видел. Очень классно. Прям вот ощущается то, что я еду на машине. Драйв есть, все присутствует. Не просто, что я еду на тачке без эмоций. Здесь я получаю эмоции. Просто жесть. Так, братишка, подвинься. Вот видите, они начинают меня подрезать. Пошел вон. Вот и тоже они видят, и они в определенный период времени начинают тебя атаковать, начинают подрезать, создавать тебе массу неприятностей на дороге. Это, ребята, я не на самой сложности, я езжу на средней сложности. Стопэ, стопэ, куда, братан? Управление прям безумно нравится, ребята. В эту игру, ребят, надо играть только на руле. Чуть не перекинул тачку свою. Давай, 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 братушка. Не будем спешить, пока что мы лидируем. И обратная связь крутая, прям докопаться не до чего. Ну что, финиш? Да, есть. Все, ребят, завершили мы полностью этот Event 4 из 4. Так, стоп, где тут продолжить у нас? Титры, и мы что-то тут открыли, еще какие-то ништяки. Но на них мы, ребят, сегодня обращать внимания не будем. И так, поздравляем, серия завершена, так, final position, так, ну это очень хорошо. Так, вот мы 310 из 400 баллов получили. Ну и в принципе здесь мы можем открывать другие категории, но пока что они закрыты, тут еще можно на этих газонокосилках погонять. В общем, ребят, на этом пока что я завершаю этот заезд, это видео.
Надеюсь, оно вам понравилось. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал, прокомментировать, хочешь ли ты видеть эту игрушку на моем канале. Ну и всем до связи, завтра уже новое видео, пока.